Ростовчане, всех от души приветствую. Ну что, сегодня вы проснулись от грома и молний ночью? Ну, знаю, что многим шум мешал, конечно же, из вас отдыхать, но дело в том, что гром и гремело, и сверкало, конечно, основательно, а вот дождь до этих самых явлений не дотянул. К утру уже почти все просохло. А вы знаете, что бывает сухая гроза? Да, это такое атмосферное явление, когда гром, молнии бушуют вовсю, а вот дождя нет. Дело в том, что осадки просто не успевают долететь до земли, они испаряются в атмосфере. Обычно такое наблюдается, когда уличный термометр показывает больше 30 градусов тепла. Ну, такая погода, такие градусы ожидают нас, горожан, к концу недели. А вот что ожидается в среду, расскажу буквально через несколько десятков секунд. Не переключайтесь. Громкой была сегодняшняя ночь, и вода из туч вылилась почти на неделю вперед, до воскресенья. И хотя дни дальше будут не такие солнечные, как сегодня, облака осадками не грозят, и снова начнет теплеть. Ночью пока плюс 10, а в среду уже 23 градуса. Ветер по-прежнему сильный, 5 метров в секунду, но развернется он на 180 градусов и подует с востока. Атмосферное давление поползло вниз, и на барометрах завтра 754 миллиметра ртутного столба, а это уже ниже нормы. Но вы постарайтесь быть в порядке. Завтра увидимся.